самом разгаре вторая выставка зарубежной недвижимости весеннего сезона. На Moscow Property Show приняли участие почти 60 компаний из более чем 20 стран. Гости могли выбрать абсолютно любое направление, начиная от привычных Турции, Черногории и Дубая, и заканчивая такими экзотичными локациями, как Парагвай, Оман или Камбоджа. В сегодняшних реалиях, когда рынок стремительно меняется, очень важно оставаться в повестке и следить за актуальностью рынков недвижимости разных стран. В чем и помогает наша выставка? Выставка, если честно, очень понравилась, очень информативно, познавательно, я бы сказала. Особенно меня очень заинтересовали предложения в Таиланде, на Бали. Да, в Португалии тоже очень прикольно было. Скажу честно, на этой выставке я уже не первый раз, и всегда нахожу для себя каких-то новых застройщиков, нахожу каких-то новых интересных людей, с которыми я могу пообщаться на интересующие меня темы касательно зарубежной недвижимости. На самом деле, одна из самых крупных выставок в Москве, которую каждому человеку, который интересуется зарубежной недвижимостью, стоит посетить хотя бы раз и насладиться просто той атмосферой, которая здесь витает. Мне здесь все очень нравится. Очень много вариантов покупки недвижимости. Работают настоящие специалисты, все расскажут, все покажут, полностью проконсультируют. Вы ходили на семинары? Ходила. Очень информативно, могу порекомендовать. Информация полная. Заинтересовала. Прямо сейчас я нахожусь в сердце выставки Moscow Property Show, в зоне семинаров, где эксперты проводят лекции, демонстрируют свои проекты, наглядно показывают, например, как можно заработать на инвестициях в недвижимость и рассказывают о преимуществах, которыми обладают программы разных стран. Больше не придется ломать голову и задаваться вопросами о достоверности написанного в интернете, потому что все вопросы можно задать профессионалам лично. Например, прямо сейчас за моей спиной спикер Юлия Королева выступает на тему, почему нужно сейчас покупать недвижимость на Пхукете и как это сделать с минимальными рисками. Давайте немного послушаем. Что мы можем получить при инвестициях? 5-7% годовых. Это если мы вступаем в программы гарантированного дохода от застройщика. Организация данной выставки, как всегда, на высоте. Как всегда, очень много заинтересованных людей, клиентов. Очень теплая атмосфера и великолепное настроение царит здесь второй день. Выставка хорошая, хороший вообще поток клиентов, много заинтересованных Греции. Мы также строим в Греции, в Афинах. Вот, так что нам все понравилось, будем еще принимать участие осенью. Данная выставка проходит на самом деле отлично. В этот раз намного больше людей пришло, я лично не ожидала. У нас есть хорошие сделки. Организаторы очень отзывчиво относятся к участникам, соответственно, выставки. Со всеми вопросами помогают, мы всем довольны. Выставка Moscow Property Show дает возможность посетителям узнать о программах, которые предоставляют страны. Как получить золотую визу Греции? Сколько стоит гражданство в Турции? Можно ли сегодня стать обладателем европейского паспорта? На эти вопросы отвечают участники. Они расскажут обо всех нюансах и помогут подобрать недвижимость под инвестиционные программы, а также оформить необходимые документы и подобрать специальные условия для покупки. Для нас очень важен все-таки потенциальный клиент, направленный именно на нашу страну, так скажем. И как я уже и сказала, что большинство клиентов – это клиенты с данной выставки, с Тишинки. По приезду за эти два дня, за 12-13 число, у меня рот уже болит, я не могу разговаривать. То есть, на самом деле, выставка прошла очень успешно. Я получил огромное количество контактов, клиентов потенциальных. Даже были клиенты, которые приобрели прямо на выставке, забронировали апартаменты. Поэтому я могу сказать, что выставка прошла на ура, и на самом деле замечательно. Большое спасибо за такую организацию, что вы вообще собираете всех инвесторов, бизнесменов, которые связаны с недвижимостью в одном месте, и делаете это так профессионально. Очень интересно. Выставка, много агентств, много городов во всем мире, в принципе, тут. И посещаемость довольно хорошая тоже. Очень многие заинтересованы. Те, которые уже зашли на рынке Дубая, и есть те, которые интересуется на начальный данный этап, данный момент.
Далеко не все знают, что многие агентства недвижимости и застройщики предоставляют посетителям выставки билеты в другую страну, заселяют их в пятизвездочные отели и устраивают туры по лучшим объектам. Также компании часто разыгрывают скидки на свои проекты, а некоторые и вовсе обещают подарить iPhone. Прямо сейчас я испытаю удачу, попробую выиграть iPhone 15, большую сумму или поездку. iPhone. Карина, расскажите, пожалуйста, что это у вас здесь такое, как можно выиграть поездку, iPhone 15, какие условия? В случае покупки недвижимости в нашем агентстве Investor in Property до конца этого года мы дарим вам поездку в Angkor Wat, это знаменитый храм в Камбодже, на 2 дня с гидом, собственный автомобиль. Очень грамотно, очень представительно, много целевой аудитории. Есть люди, которые заинтересованы. В плане организации все замечательно, потому что сразу реагирует коллектив, который организует. Это огромная благодарность, что вы так оперативно работаете. Слова благодарности бы в первую очередь хотел бы сказать, потому что у нас все необходимое у нас есть. Павильон так, как мы нарисовали, так он и оборудован. Рекламная кампания, я так понимаю, организаторам была сделана на должном уровне, потому что люди приходят, мы встречаемся с ними. Как видите, посещать наши выставки зарубежной недвижимости удобно. Всего за один день вы получите массу предложений и сможете выбрать самое привлекательное, которое будет соответствовать всем вашим желаниям. Поэтому, если вы хотите приобрести зарубежную недвижимость, получить второе гражданство в Европе или получить высокий пассивный доход, то обязательно приходите на Moscow Property Show. Мы будем вас ждать.